Пум-пум-пум-пум. Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня на летсплее Паддинг Монстр, пудинговые монстры. Мне в этой игре больше всего нравится музычка такая, она вообще классная. Жаль будет с этой игрой прощаться, но вот у нас сегодня один из последних выпусков по ней. Видите, все, уже новых уровней нет, они уже давно на подходе. Последняя вот эта часть, последней главы, вот открываем ее за 6000, как раз денег хватает. И 15 уровней, не знаю, правда, я успею пройти их сегодня, все не успею. В последнее время уровни сложные, но я постараюсь, то есть, может быть, пройду меньше и разделю выпуск, а может и нет. Итак, нам не по пути, да? Получается, делаем так. Теперь так. Так, так и так. Ага, ясно. Так, продолжаем. Нам не по пути. Получается, можно сделать вот так. Это будет у нас одна звезда. Отлично. Дальше. Бэмс. Так. Ай, неправильно я сделал. Ладно, какая разница, все равно две звезды есть. И теперь нужно придумать, как будет без звезд. Это вопрос, конечно, интересный. Хорошо, когда первый уровень попадается несложный, да? Но это такой уровень, больше объясняющий, рассказывающий о способностях, о новых. Поэтому вот он совсем несложный, да, получился. Так, смотрим. Может, это сюда? Это сюда. Так. Ага, тут не получится. Ладно. Две звездочки. Тут тоже четыре варианта. Ну, без звезд это вообще вот. Это самое простое. Можно было вверх ее сместить, можно вниз. Так, теперь нужно с тремя звездами что-то придумать. Как же здесь быть? Допустим. Не знаю. А, можно вот так сделать. Вот так, вот так и вот так. Вот они, три звезды. Ну и с одной звездой, я тоже думаю, проблем особых быть не должно. Но все-таки сейчас посмотрим, так ли это на самом деле. Так. Так. О! Нет, не о. Блин. Это получается две звезды, как ни крути. А как же с одной придумать? Так, надо думать. Чтобы придумать, надо думать. С чего бы это, да? Так, смотрите. Так. Допустим. Нет, так тоже не получится. Тоже только две звезды. Ух, надо еще подумать. Ну вот, допустим, так. Как же быть? А, вот. Нет, не так. Это ж так, как вот было уже у меня. Не так. Вот, одна звезда. То есть три звезды у нас палка была вверх, а это одна звезда, палка, ну, в общем, внизу, параллельно. Так, смотрим, как быть здесь. Без звезд вообще, самое простое, да? Дальше, оп. А дальше, вот так. Оп. Ну а тут потом нужно просто как-то уже конструкцию эту создавать. Так, это было две звезды, теперь нужно сделать одну. Ай, нет. Ну да, вот одна, какая разница. И теперь нужно три звезды. Вот три я пока не придумал. А сейчас посмотрим. Итак, нужно... А, придумал, вот смотрите, раз.
вот так и вот так. Супер. Пока вот три уровня прошел, они были довольно-таки нормальные. Если так будет дальше, то можно успевать. Так, я не помню за Джоу-то, что он делает. А, он двигает, все, понял. Он двигает. Так, допустим, так. И вот так, да? Ого. А тут же я теперь ничего не сделаю. Ой-ой. Проблема. Ха. Однако. А что я тогда не так сделал? А, это ж можно так телепортироваться, тю. Вот. Порядок. Ой. Короче, нужно пробовать. Тут тоже 4 варианта. Это первый был у нас на 2 звезды. А, ну, начало, мне кажется, тут везде одинаковое должно быть, да? Хотя нет, вот так же можно сделать. Вот и без звезд. Процесс пошел. Может... Вообще... Нет, ну тут, наверное, так нужно. А дальше? Вот делаю так. И вот так. Вот они, 3 звездочки. И теперь одна осталась, но по идее, ну, легче всего. А какого он был сначала? Сложный на вид, да? Смотрите, вот раз. И одна. Немного подумать, и все получилось. Ой, я помню, такой с крестиком кирпичи были. Я там долго намучился с этим уровнем. Это может быть непросто. Сразу пробую, что открывается. А, вот так. Ничего себе. Что дальше? Нет, смотрите, нужно сначала вот так сделать. Теперь вот так. Теперь мы эту штуку смещаем, да? Это сюда. Допустим, сюда. Хорошо. Как быть дальше? Ой-ой. Куда мне тебя деть? Красавчик ты. Оп. Вот уж не знаю теперь. Ой. А этот ведь никуда не денется. Короче, как-то я пока вот начал тут вроде бы что-то разбираться. Попробую вот, смотрите, так. Этого, ой, нет, этого сюда вот. Этого сюда. Теперь им сдвигаю вот этот вот холмик, ну, эту гору сюда. И теперь могу объединить вот эти два. Это хорошо. А получается, теперь делаю так. Ну и, в принципе, я без одной звезды вот уже сделал раз, поэтому просто повторил. Теперь дальше 1, 2, 3 звезды, самое тяжелое. Принцип, наверное, тот же самый пока. Делаю так вот, чтобы их как-то освободить вот. Бэм-бэм-бэм. Так, можно вообще, кстати, вот так еще сделать, да? Отлично. И теперь вот как раз. Двас, трис. Вот 1 звезда. Пошел процесс. Дальше. По-прежнему так же делаю все. Вот так, толкаю, толкаю, толкаю. И вот здесь... Допустим, в эту сторону смещаю сейчас. Вот так. Вот так. Это 2 звезды. Вопрос в том, как сделать 3. Буду сейчас пытаться. То не мог ни одного варианта придумать, теперь уже 3 придумал. Так, смотрим, как здесь лучше. Это 100% так нужно делать, а вот дальше.
это сюда. То есть получается либо правый к левому смещать, либо левый к правому. Вот в чем вопрос. А вполне возможно, что не так и не так. Так, еще раз. Мне кажется, мысль появилась. Не знаю, пока правильно или нет. Смотрите, вот так я делаю. Этот сюда смещаю. Этот сюда. Теперь. Делаю вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Да. Вот это решение. Супер. Вот. И застрял на этом уровне. Думал, быстро будет все. А этот уровень, пятый, оказался сложный. Друг за другом. И. Типа. Вот так, следующий, да? Сказал заведующий. Вот так. А дальше они же там выпадут, если что-то не так сделать. А, нет, все правильно. Вот так и вот так. Вот оно. Три звезды. И тоже четыре варианта решения. Ничего себе. Бэмс. 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 Это вообще вот без звезд, тут все тоже просто. Теперь одна и две. Да и вообще, в принципе, уровень не сложный. Просто время на него нужно. Так, а если сделать вот так, да? Оп, то есть это у нас уже две звезды. И вот так их получаем. Теперь одна звезда. По идее, одна вообще не должна быть сложна. Но сейчас посмотрим. Ой, не туда. Ой, совсем не туда. Делаю так. Что-то я потерялся вообще. Два. То есть вот мы получаем одну звезду. Ну, делаем, да? Теперь спокойно. Там варианты есть разные. Еще совмещаем, и получается одна звезда. Этот уровень тоже оказался нормальным таким. Так, нам нужно здесь двигать, да, гору. Оп. Бэмс. А, тоже. Бэмс или не тоже. Ой. Так, вот, видите, это две звезды. Тоже четыре варианта, ничего себе. Так, ну, без звезд это вообще. Сюда почти просто. Осталось два варианта. Так, как же быть? Может, вот так, смотрите. О, точно. Вот так. Хотя, не знаю. Нет. Неправильно. Это у нас уже было. А если вверх сделать? Так. Так. Нет. Тоже не так. Ха. Ну вот вам и история. Как же делать-то? Может, вообще как-то, не знаю. Раз, два, три, раз, два, три. Я пока не понимаю, как их совместить. Так, чтобы вообще получилось все. Ну, может, теперь сюда? Одна звезда есть. Тут теперь над тремя звездами придется подумать. Ух, блин. Пробую следующую схему. Вот так вот делаю. Теперь возвращаюсь. Нет, не возвращаюсь. Вот так еще толкаю. Вулкан. Сюда. Вот сюда. И сюда. Вот так. Все, придумал. Идем дальше. Разделяй и властвуй. Ну, логично, что разделяй. Только зачем? Что? Куда? А, можно ж передвигать. Чё? Прикол.
Ого. Вот так. Это, в общем, у нас две звезды получилось. И снова четыре варианта. Так, ладно. А получится мне их совместить? Их не получится, наверное. В общем, получилось без звезд сделать. Палец вверх, лайк. Вы, кстати, тоже можете поставить. Так, дальше. Одна и три звезды. Ну так, все-таки как же взять те три звезды? Вот, раз, допустим. А дальше? Вот здесь самое главное. Чтобы попасть сюда вниз, нужно вот так делать, это 100%. А вот дальше уже тайна за семи печатями. Может так сначала сделать? О! Точно. Вот так, смотрите, раз и два. Все, есть три звезды. Вот так просто. А одна звезда, по-моему, здесь вообще не сложно. Или сложно. Вот так, смотрите, мы делаем. Оп. И вот так, все, есть. Фух, намучился немного с этим уровнем, но что поделать, бывает сложное. Половинка на половинку. И так, половинка на половинку. Понял. Так, смещаем. Допустим, сюда и сюда. Есть первый вариант, с которым в прошлом уровне я промучился очень долго, да? Так, допустим. Тут, в принципе, можно делать же, как душа пожелает, да? Вот у нас две звезды. Дальше одна звезда. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот так, скорее всего, были, да? Вот одна звезда. Ну а без звезд вообще легко. То есть этот уровень самый легкий пока, наверное, среди всех. А тасование карт. О, блин, опять. Так, как мы можем делать так? Так, допустим, да? А дальше... А дальше интересно получается. Нет, это я зря сделал. Так, смотрите, раз, два. Получается, эти будут... Снизу, наверное. Хотя нет. Блин. Немного не так. Ладно, не важно. А, тоже 4 варианта. С одной звездой есть. Тут пока непонятно, как 3 сделать. Может, их просто надо не сразу. Да, в принципе, можно пока сделать... Вообще без звезд вариант. Вот такую, какую-то колбасу длинную. А две и три звезды. Получается, может... Вот так я пока делаю. Ага, все, я понял. Смотрите. Вот так вот. Ой. Ладно. Нет, не ладно. Как же она все непредсказуемо. Ай-яй-яй. Не могу понять, как мне тут быть. Допустим, это если сюда, это сюда, тогда третью не возьму, да? Капец, как же с тремя сделать? Получается, ну, в любом случае, что-то не получается.
Раз, два. Вверх. Раз, два. Вверх. Центрально лучше пока не трогать. Так. К примеру. Ай-яй-яй. Этот сейчас мне помешает. Рано, видите. Не получается. Все-таки я сейчас его добью. Как-то, не знаю, но добью. Три сверху, один снизу. Ай-яй-яй, так как же быть здесь? Ну вот он вверх уезжает. И что мне с ним делать? Если так, он тоже вверх уедет или нет? А, он тоже может... Ай, блин, нет, не так. Капец. Дальше. Вот здесь самое сложное. Если он сюда спустится... А, вот, смотрите. Вот, видите, он сюда опустился. А эти по бокам спокойно доезжают теперь. Если знаешь, что все не так уж и сложно. Так, что у нас там по уровням? А, 20 уровня прошел. Ну что, сделать уже длинный обзор, но зато закончить эту игру. Давайте так и сделаю. Аварийная остановка. Ого. Это как, подождите? Ого. Ну, все же не так просто здесь. Ого! Ничего себе! Как это было? Так, не совсем понимаю, что происходит. Вот так. В общем, без звезд тоже сделал. Я пока просто делаю, но пока еще не пойму, как оно делается. Вот почему он сюда остановился. Все, а так он дальше едет, да? Вот две звезды, хорошо. А как сделать три? Оно ж перевернуто. Ой-ой, не пойму. Так, допустим. А, не-не-не, не так надо было. Ладно, вообще, короче, куда-нибудь его сюда выбью. И что мне это даст? А ничего ж не даст. Три звезды мне не видать. Как-то нужно... А, он же тоже может, смотрите. Смещаться. Только смысл... Пока не понять тоже. Смысла. Так. Получается, я забыл про этот знак, который разделяет пудинга в этих. То есть мы вот так делаем, чтобы он остановился, вот видите? И вот так, вот. То есть я думал, как можно будет здесь что-то придумать. Вот, сюда теперь. И сюда, вот, отлично. 21 уровень пройден. Всевидящее око. Давно же таких не было уровней с оками этими. Так, допустим. Так. Это понятно. Ой. А вот это, видите, непонятно. Обидно. Так, ладно. Может, сразу его как-то сместить? А, точно, вот так можно сделать, да? Только теперь... А, нет, не так. Получается, может, здесь этот глаз первым нужно. А потом этот уже.
толкнуть вот так, допустим. Теперь смотрите, эти глаза все совмещаются, да? Хорошо. Хоть одно решение придумал. А их тут 4, блин, ё-моё. Получается, этот глаз нужно первым, чтобы он не улетал. Дальше. Допустим. Подождите. Я поспешил. Он же улетит, да? Капец. Получается, я поспешил в том, вот здесь глаз один не сместил. Так, толкнули. Сюда. А, их 4. Тут 15-4. Допустим, что я еще могу сделать? Так. Как здесь? Ну ладно, пускай пока будет хотя бы 2 звезды, я не знаю. Так, с одной тоже, я думаю, проблем не должно быть. То есть вот так мы делаем, как в прошлый раз. Беемся, беемся. Беемся. Ой, неправильно. Опять поспешил. Вот это смещение мне не нравится. Так, как же, блин, быть здесь? Может, здесь нужно как-то сюда... Да не. Ничего не понимаю. Вот хоть убей. Если я так делаю, потом мне уже обратно тяжело что-то придумать. Хотя, смотрите, придумал 3 звезды. Теперь с одной нужно что-то придумать. Это... Короче, делаю я как-то так сначала. Это... Смещаем сюда, чтобы не упало. Вот так вот. И вот так. Все, одна звезда есть. Наконец. Намучился немного с этим уровнем, но уровни сложные. Так, что здесь у нас? Мы опять сдвигаем сюда. Так, допустим. Это сюда. Это... Не понял. Куда это? Почему этот не сместился? Нет. Не так. А, нужно, скорее всего, было вот так сделать, да? Допустим, ты вообще пока можешь подвинуться. Как-то так. Тоже 4 варианта. 2 звезды пока взял. Интересно. Вот так делаю сразу. Ай-яй-яй, нет, не так. Теперь же он не сместит там ничего. Хотя, может... Ой-ой-ой. Все равно 2 звезды. Капец. Со всех вариантов. Давайте за вариант без звезд сделаем. Самый простой, как всегда. 1 и 3. Хорошо. Вот так. И дальше, что я должен с этим делать? Уже ничего. Что-то тут не так. Ездите. Так. Нет. Все равно 2. Жесть. Мне
мне кажется, здесь со старта нужно по-любому. Нет, не по-любому. Так, получается, дальше. Этого толкаю. Этот может сюда теперь, да, чтобы не мешать мне. Фу, дальше. Это сюда, иначе вот они сдвинутся. А дальше? Они же застрянут. Тут никак я его не смогу пристроить. Ладно, хотя бы сделал с одной звездой. А с тремя буду думать теперь. А вот уже это было близко, как по мне, но все равно не так. А если тебя сюда сместить? Нет, это не вариант совсем. Совсем не вариант. Мне кажется, это по-любому должно вниз падать. А может этот вообще тоже убрать? А если я сюда прыгну? Вот так. Это уже три звезды, смотрите. И вот так, да? Ха, класс. Получилось. Довольно-таки быстро. Это был 23-й уже уровень, да? Осталось два всего. Братья, ух ты. Приветствую вас, братья и сестры. Бэмс. Вот так одна звезда быстро взята. А если вообще без звезд, то это можно сделать вот так. Тоже быстро, это несложно. Какая-то амеба получается. Две и три звезды. Так, думаем. Вот так, допустим, да? Вот так, вот так. Это у нас две звезды, тоже быстро. А вот с тремя придется повозиться. Вопрос в том, как. Ой-ой-ой, не-не-не. Я не так что-то понял. Совсем не так. А если еще толкнуть? Вот, допустим. Смотрите. Так, так. Ай, не-не-не. Я не то сделал в конце. Ай, все ж правильно сделал, гляньте. Кроме одного последнего движения. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Вот три звезды. Этот уровень вообще лапочка оказался. Расширение пространства. Ой-ой-ой, так, подождите. Где звезды? Я что-то не вижу. Ага. Вот они звезды, да? Обалдеть. Как же мне тут все расширить? Так. Куда? Ой. Короче, дорасширялся. Хотя бы понял, что за уровень. Так, мне получается нужно тут все пораздвигать сначала, да? Интересно. Получается, мне, скорее всего, нужно было вот этот еще сдвинуть, да? И как-то в тень куда-то уйти. Получается, раз, два, три. Смотрите, получается вот так, да? А, не, не так. А этот теперь никуда не денется. Блин. Без звезд уже есть. А тут не получится. Надо
попробовать. Вот так все просталкивая. Вот, допустим, так, да? К примеру. Дальше. Вот еще одна. Ага, а вот звезд не хватает. Вот две. Ух, как все непросто. Так. Так, ладно, еще одна попытка. Так. Так. А что я теперь делаю? Так. Так. И вот так, да? Ну, к примеру. Вот так. Я сюда вот в угол не мог завести звезду. А вот этот треугольничек у меня же здесь был. Вот. Вот это мне нужно было сделать вначале. Ну а теперь, по идее, вообще не сложно. Смотрите, раз, два и три. А? Все, есть. А, три звезды. Теперь осталось сделать то же самое с одной. Так, посмотрим. В принципе, попробую так же. Таким же методом. Все раскидать здесь. Территорию расчистить. А вопрос в том, чтобы была именно одна звезда, да? Вообще, по идее, проще простого, или мне кажется. Так, смотрим. Раз. Два. Теперь смещаем сюда. И вот так, да, вот одна звезда. Да, вот такие вот пироги. А дальше? Что нам пишет дальше? Ага, смотрите. А дальше пишет, что мы вскормили громадный пудинг, который съест весь мир, получается, да? Вот. Поздравляем, вы прошли игру. А скоро мы выпустим новые уровни с обновлениями. Ловлю на слове. Надеюсь, это будет действительно скоро. Потому что я уже несколько лет ее проходил потихоньку, но вот новых уровней не видел. В любом случае, классная игра, одна из лучших в своем роде, как по мне. А таких, во всяком случае, похожих точно нет. А жаль, что подобные игры выходят крайне редко. В любом случае, надеюсь, вам понравился наш обзор. Играйте сами, советуйте другие интересные игры для летсплеев. Оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч.